Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Покемон. Детектив Пикачу. История начинается с таинственного исчезновения частного детектива экстра-класса Гарри Гудман, расследовать который предстоит его 21-летнему сыну Тиму. Помощь в расследовании ему окажет бывший партнер отца, детектив Пикачу. Уморительный, остроумный и обаятельный сыщик, который является загадкой даже для себя самого. Обнаружив, что они каким-то фантастическим образом способны общаться друг с другом, Тим и Пикачу объединяют усилия в захватывающем расследовании этой запутанной истории. В погоне за уликами по неоновым улицам Райан-Сити, современного разросшегося мегаполиса, где люди и покемоны живут бок о бок в гиперреалистичном мире игрового экшена, они встречают самых разнообразных покемонов и раскрывают ужасный заговор, который способен разрушить это мирное сосуществование и стать угрозой для всей вселенной покемонов. Хэллоуин. Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно неизбежно. Снегрик. 2004 год. Основным делом, которое расследует детектив Харри Холле, становится несколько загадочных убийств, произошедших в Осло. Опыт, полученный им на учебном курсе ФБР, заставляет искать взаимосвязи между преступлениями. Наконец, Холле их находит. Все жертвы были замужними женщинами с детьми. А вскоре после убийства, на месте расправы, неизменно появляется Снеговик. Убийство в Восточном экспрессе. Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Распата. Лента расскажет историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Тайная одержимость. Дженнифер приходит в себя после тяжелой травмы головы. Ей придется пройти долгий курс восстановления. И хорошо, что рядом есть любящий и заботливый муж. Или это он так считает? Дорожные детективы. Отдел внутренних расследований так и не смог получить доказательства получения взятки высокопоставленным полицейским от миллионера Чон Чхэ Чхоля, бывшего пилота Формулы-1. Отдел расформировывают, и одна из его сотрудниц, Ин Чхион, получила перевод в дорожные детективы, которые ловят скрывшихся с места автоаварии водителей. В первый же день на новом месте выясняется, что Чон – злостный нарушитель ПДД и сбил человека на концепт-каре, в видеорегистраторе которого содержится та самая недобытая видеоулика. Ядовитая роза. Карсон Филлипс в прошлом звезда футбола, теперь частный детектив. В его руки попадает простое, на первый взгляд, дело о пропавшей без вести. Но расследование принимает неожиданный поворот. Запутанный череде жестоких преступлений замешана его дочь, которая давно бесследно исчезла.
Бандит, полицейский дьявол. 2005 год. Криминальный босс провинциального городка Дон Су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочена. Единственный способ установить авторитет в глазах братвы – это найти нападавшего и отомстить. Местный детектив всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить свои силы с бандитом Дон Су, чтобы изловить еще более ненавистного маньяка. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!